как обычно, ничего нового. Каждый раз она с этими морковками и играется, свинюху свою тащит. И думала то, что я не узнаю про этот ее секретный дом, да, морковку она садит алмазной мотыгой, да. Самый бесполезный предмет, который только может быть. Так. Там своими делами занимается, пока там фермерит, сейчас, наверное, в шахту куда-то пойдет или еще куда-то. Я тут подарочек тебе привез. Вот! Корзина багетов и вот еще один багет с яблочком. Почему багет? Да потому что это первый ролик после моего возвращения с Катей из Франции, да. Наверное, даже кто-то не заметил то, что я неделю был в Франции. Просто я ролики как бы всегда наперед записываю. Поэтому, наверное, многие даже это не знали. Но лучше фоточки мои в Инстаграме я тебе не советую смотреть. Потому что там фоточки из Диснейленда, из Эйфелевой башни. И, наверное, кому-то даже станет завидно то, что я был в Диснейленде. Поэтому просто вот, кушай багет, тут корзина на всех. Кушай багет. Сегодня я подготовился. На всякий случай я взял с собой биту. Ну, так, вдруг она пригодится мне. И также на всякий случай я себе взял экран камер. Ну, мне же как-то надо следить за Катей. Посадила цветочки. Ну, Катя просто не знает то, что все ее троллинги я знаю наперед. Это она мои не знает, а я ее знаю. Беги, беги, давай, беги! Морковку верни, морковку верни, которую я тебе дал. Морковку верни, верни! Секретный дом Кати, про который никто не знал до этого момента. Если бы не подписчики, которые начали мне писать в Инстаграм в директ, то, что Катя мне что-то готовит, я сам не знаю, откуда они это взяли. Но если бы не они, я бы никогда вам не показал этот дом. И в чем проблема? То, что я просто так в него зайти даже не могу, как видите. Сюда может зайти только Катя, потому что, как вы все можете замечать, это девчачий дом. Розовый! Но я знаю, что мне Катя приготовила. Не зря она сюда сажала три цветочка. Это ее секретный троллинг. Я это уже наблюдал. Если мы выкинем три цветочка на одну кучу, то у нас получится... ключ. И даже не спрашивай, как это работает, ты сейчас сам все это видел. Да, чтобы зайти в девчачий дом, надо скрафтить ключ из трех цветов. Но, если мы выкинем ключ сюда, вроде вот так. Если Катя будет топать домой, тут будут или два варианта. Или я в руку возьму биту. Здорово! Ты гавкать там не будешь? Люсьен! Так у нее собака есть потайная, которую она Люси назвала. Люсьен, уйди. Так, один, два... И три алмазика я уже у нее стараты взяну. Ты только Кате не говори то, что у нее куда-то пропали алмазы. Хорошо? Сейчас в руку я беру вот этот экран камер, и мне нужно подключиться ко всем этим камерам, которые есть у Кати дома. Так, здесь нет, здесь и... У нее здесь куча всяких потайных способов. И она не такая тупая, как была в начале нашего обучения игры в Майнкрафт. Вот она построила такую фигню, то что я прямо сейчас ломаю стекло, оно как бы ломается до конца, но не разбивается. Ей Катя жопик, нафиг, вот это уже прошаренное, но не зря у меня есть камеры. Я подключаюсь ко всем этим камерам, и как раз таки через эти камеры мы будем наблюдать за Катей, что же она делает в своем доме, и чем она здесь занимается, и как раз таки через эти камеры мы сможем понаблюдать за всеми ее троллинг-ловушками. Слепошарая твоя мать не заметила меня с 2 метров. Настало время для камер. Забежим вот сюда, вот в эту пещерку. Опа, золото. И сейчас так. Какая там камера была? Первая, вторая или третья? Первая. Да, вот. Так, Катя возле какой-то закрытой двери. Тут у нас камера и тут у нас наблюдатель. Значит, туда есть проход, который нам также нужно открыть. Слева Люсьен. И по идее, Катя ее сейчас должна покормить, потому что давно этого не делала. Но мне почему-то кажется, что ключ к открытию вот этой комнаты как раз-таки лежит через Люсьен.
вот как раз таки, когда Катя убежала, она побежала. Вот она! Она вот там, где вот эти цветы были, где вот это фиолетовое стекло было. Так, мне кажется, то, что... Да, ровесенькие были! Мне кажется, то, что вот этот наблюдатель работает как распознавание лица. Люсьен, подойдемте, пожалуйста, к двери. Мне почему-то кажется, то, что как раз-таки вы и сможете ее открыть. Застряли собаки! Со мной это не прокатит, потому что я в доме Кати нежеланный, непрошенный гость. Встаньте, пожалуйста, перед наблюдателем. Вот. Да ну нафиг, чё себе... Люсьен, я бы вас покормил, но у меня только морковка есть, поэтому держи. Здравствуйте. Так. Ардофом Эберштарм. Мистер Конь. Люсьен 2. Я вижу, тут нехилый у вас зоопарк, да? Ну, держи ты и держи вот ты. Придет Катя, очумеет, то, что у нее еще мелкий лилипут появился. Так, мы сюда пришли не за этим, мы сюда пришли за... За вот этим. 4, 5, 6, 7, еще 8 алмазов. Арбофом пропердон. Кате, ни слова. Держи морковку. И ты, Люсьен, тоже, Кате, ни слова. И ты тоже ни слова. Да что свиней-то так много у вас в доме? Она выбежала туда наверх. Здесь у нас записные какие-то книги. Здесь у нас листочки. Кстати, я же вот эти все книги даже не смотрел. Точнее, я вот эти сундуки даже не смотрел. Здесь у нас 3П, 2И. Кого? Неважно, она на улице. Здесь у нас тоже ничего нет. Здесь у нас тоже ничего нет. Пишет. Тебе показалось, тут никого нет! Ушла! Так. Здесь белый цветок и здесь белый цветок. Она, походу, пыталась здесь какую-то комбинацию выстроить, чтобы открыть вот этот сундук. Но я ей, наверное, помешал. Так, у меня есть предположение. Я очень сильно надеюсь, что оно будет работать. Учитывая то, что я знаю половину всех троллингов Кати, здесь у нас красные цветы. Если я их поставлю вот сюда, сюда поставлю еще один белый цветок. А сюда поставлю еще один оранжевый цветок. Ну я же знал. 6, 7 и 8. У Кати такие предсказуемые троллинги, то что грех их не разгадать. Так, там больше ничего нет, зато у меня уже есть 19 алмазов. Екатерина Выхухляцкая, кто-то сегодня полностью останется без алмазиков. А кстати, где она находится? Опа! 4У! Понятно. Здесь у нас пусто, и здесь у нас, опа, ага, кирочка и 5К. Что-то за шифр-код какой-то. Здесь ее вроде как нет. Здесь есть камера. На всякий случай я ее активирую. Вдруг она пригодится, если она в подвал спустилась. Дети мои свиные, уйдите нафиг, пожалуйста. Иди сюда. Да, иди кушай, не отвлекай. Палят меня среди белого дня. Тихо там уже! Вот тебе и эть. Вот это афродом пропердон. Пи. Так, а у меня есть третье. П. Четвертое. У. Пятое. К.
и второе И. Пипук. Так это же кодовый замок, если я не ошибаюсь. Если я сейчас напишу пипука. Кажется, после этой серии я точно стану холостым. Так, где Катя? Первая камера, здесь ее нет. Вторая. Здесь ее тоже нет. Третья. Непонятно это где вообще. И четвертая. А, вот ты где. Надеюсь, что она не сюда сейчас пойдет, а куда-то на улицу. Держи. Кого? Так, 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 так. Тихо, тихо. Перепрыгну на всякий случай. Может, за вход алмазы надо заплатить? Один, второй. Они реально испарились куда-то, значит, за вход надо заплатить алмазы. Собака! Они реально просто исчезают куда-то вот в этом месте. Ладно, не буду таким тупым. Все же я знаю еще один секретный способ, как проникнуть в дом Кати. Как раз таки в этом мне поможет... Ну нет, не ты мне поможешь, а вот ты мне поможешь, да? Иди сюда. Если в дом Кати может пробраться только Катя, значит, нам нужно стать Катей. Надо быть как Катя. Надо думать как Катя. Надо играть в Майнкрафт как Катя. А это значит то, что на все 100% нам с вами нужно быть нубасисями. Ха-ха-ха! Вот это я не ожидал, то что у нее здесь будет еще потайной сундук! Так, вот это я тоже себе заберу. Вот эту кирочку золотую оставь себе. Плюс вот это. И мне как раз таки нужно железо. Вот железо, уголь и немножко морковки. Сейчас я тебе покажу секретный способ. Надо соединить все ее самые любимые вещи в Майнкрафте. Это, конечно же, морковка. Это, конечно же, лаванда. И это, конечно же, золото. Не зря она всю свою жизнь мечтала о золотом сральнике. И вот это все нужно выкинуть в одно место. Голова Стива, морковка, лаванда и золото. И у меня в руке появляется башка Кати. Даже две. Вот, одну я оставлю вот здесь, чтобы Катя обосралась, когда пришла в шахту и увидела то, что на полу валяется ее вторая башка. Ну как я вам, девочки? Мне кажется, вылитая Катя. Правда, в одежде Эдисона, но это так. Я надеюсь, то, что это сработает. Алмазы пропадают. А я не пропадаю, значит, башка Кати все же сработала. Ешкины кочерышки, вы только посмотрите, какие здесь у нее хоромы. Давайте включим свет, давайте включим вот этот свет. Двухспальня, кровать, нифига себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, сколько алмазов? А если в сумме? У меня 41 алмаз. Так, здесь у нас 6. А, да я уже разгадал вот этот весь ваш шифр. Здесь у нас ничего нет, здесь у нас тоже ничего нет, здесь тоже ничего, и здесь тоже ничего, и здесь тоже ничего. Заберу еще вот эти духи. Приглянулись они уж мне больно очень сильно. Ну и телевизор тоже мне лишним не будет. Все, спасибо этому дому, мы пойдем к другому. Пока, Люсьен, Катя? Катя! Я? Я! Катя! Нет, это я, Катя!
Ну слушай, ну я тебя поздравляю на... На, ага. Давай. Пошли, Жорик, пошли. Пошли. Ага, давай, давай за мной. Пока, Катя! Я Катя! Пока! Ах ты собака! Так, Катя, я Катя! Близняшка твоя, близняшка! Так, а вот такой исход этой ситуации я точно ожидать не мог. Но в любом случае, я зато показал всем! Всем показал, что у нас есть секретный мир, где мы вот таким вот способом выживаем. Кать! И где мы вот таким вот способом добываем алмазики и потом друг у друга их воруем. Сейчас ее где-то вот здесь в лесу запутаю и побегу обратно домой. Ага. Не все так просто, как я думал. Думала, не думала. Я же Катя. Сестра! Сестра, остановись! Давай дружить, а? Тихо, тихо, тихо! Успокойся!